Запись пошла. Приветствую всех, кто будет когда-либо смотреть это видео. Это игра Blade of Darkness. Сегодня прохождение за Амазонку. Осталось мне пройти за Амазонку. Мне осталось пройти за Амазонку, по-моему, еще 4 уровня. И простой относительно из них, ну, на самом деле, только один. А именно, ну вот этот вот оставшийся. Вот этот вот уровень, оставшийся до трех самых главных. Я забыл, как бить, сука, суперударом вот этой ебаной палкой, блядь. Почему-то не бьется ни пизды. Блядь, какая-то здесь пауза прям долго, я хуею просто. Ну как-то так, не знаю, ладно. По дороге вспомним. Уровень этот, насколько я помню, очень сложный. Не тем, что с кем здесь придется, сука, столкнуться, а тем, что здесь заблудиться, как нехуй делать. Посмотрите, сука, что здесь творится. Конечно, красиво все это сделано, но нихуя не видно. Еще, по-моему, сука, тут лучники. Нет, здесь не лучники, здесь вот... Блять, ну она не бегает еще, ёб твою. Здесь не только лучники, здесь еще два вот эти гондона. Пидорасы, блять. Так, куда идти? Угу. Чем вы тут, ребят, занимались? Вдвоем. Веревка что-то у вас на стене висит. Бочки бухали, наверное, суки. А мне не наливают. Терпеть этого не могу. Вот какие-то, блядь, инструменты лежат. Котелок какой-то ебаный, понятно. Небогато вы жили. Как бомжи, блядь. Так, ну вроде тут пока особо я не заблуждаюсь. Так, ага. Уже получил. Пойдемте назад, что ли, сожрем, что этих мудаков двух было. Что у вас тут было, ребят? Я уже забыл. Что-то было, по-моему, съедобное, нет? Вот, мешочек стоит. Ага. Ёб твою мать. Аккуратно надо бегать, наебываться с этих, блин, скал. Мне никакого желания... Кто-то шипит, блядь, но я не пойму, где он и кто он. Того уже нацелилась, поэтому этого она хуёво убила. Вот сука. Чё там за хуйло, блядь, стоит внизу? Еще один ходит, блин. Да чё ты возбуждаешься на него, он некрасивый. Так, ну чё, пошли его за гондоним, хотел сказать. А как его гондонить, если... Вон еще один сидит. Не, торопиться тут не надо, я думаю. Куда падать? Давайте сначала сходим сюда. Блять, очень замуды. Так, теперь только не съебнись сама. Ага, и тут бутылочка, ёпта. Бери. Угу. Так, ну здесь, по-моему, все. Больше тут некуда идти. Вниз падать никакого желания нет. Блять. Аккуратней надо. Так. Не знаю, спуститься, что ли, тут или что. Давайте спустимся. Там, правда, их целая толпа этих пидорасов. Ну не хули, блядь, попиздимся, что. Какие-то проблемы, что ли, нахуй. О, о, о. Так.
Ну вас, ребят, здесь вообще вы ёбнутые, что ли? Так, эти там, по-моему, дерутся друг с другом. Так. Блять. Так, вот этого сейчас надо загандонить, мелкого. Мелкого, я сказал, а не нездорового. Как-то плохо все это получилось, их очень много на меня напало одновременно. Бутылок никаких нет, да? Слушайте, сколько же здесь путей, а? Во все стороны. Упал я, по-моему, вот оттуда, да? Или нет? Понятно. Понятно, что ж тут непонятного. Давайте дубль 2. Зато этого загандонил с одного удара. Так. Блять, она застряла в стене, дура тупая, нах. Бля, как пёс думает-то. Ничего сделать не могу. Вообще ничего не могу сделать. Короче, меня разъебали еще хуже, чем в первый раз, блядь. Ёбаный в рот. Ну и куда мне теперь идти? Вот туда куда-то? Не знаю. Пойдемте сюда, я просто тут вообще... Эти трещины в стенах меня смущают, а здесь я уже был. А, это самое начало. И как я сюда попал? А, нет, или это... Все-таки не самое начало. Подождите. Вот я говорю, это очень такой поганый уровень тем, что... А, начал я вот здесь. Побежал сюда. Ну, давайте по второму кругу. Я просто так... Хуй разберусь, куда тут бежать. Так, вот сюда мы бегали. Сюда можно залезть? Можно, только бесполезно. А, вот тут я к ним спрыгну. Все, здесь мы больше к ним спрыгивать не будем. Давайте побежим дальше. Угу, здесь я тоже был. Опять сюда же прибежал, ёб твою мать. Так, побежали тогда назад. Да пойдемте дальше вот сюда. Тем более вон там противник стоит, живой. Уровень у меня теперь, сука, будет медленно набираться. Так, еще один мудозвон. Спасибо. Ну нахуй. Опа. Кражбой это моя? Кражбой или не моя? Бля, тут лучники, гандоны, а? Так, этих пидорасов надо... По-быстрому работать. Combat Sword. Больше нет никого, да? Кражбой, это ж моя.
F1. А я суперудар знаю по ней. Deadly Mist. Нихуйски. Блять, тут лучник. Сука, ну чего? Конечно, ее надо брать, эту хрень. Но только, естественно, не вместо нагинаты. А вместо вот этой палки, наверное. Кто-то тут опять шипит, блин. Так, ну я же в эти ворота-то войти не могу. Палка красиво выглядит. Жалко расставаться, она красивая, но бесполезная по своей сути. Так, и чё теперь? Опять мне спускаться вниз туда, где я с этими мудохался? По ходу дела, да. То, что только оттуда есть какой-то путь. Например, вот так. Могу пойти вон туда, могу. А вот здесь я залез. А, нет, здесь я ёбнулся и сдох тогда. Пиздец. Ага. Ну, ребят, прикол. Я поздравляю, нахуй. Я еще и заблудился, ебать. Сходил. Не помню уже, что там было. Ага, можно так, а можно так. Давайте попробуем сходить сюда. Ага, сходил. Сходить сюда. Давай. Заебок. Не понял, что это произошло такое. Ну и уровень, блять. Где это я? Я что, в начале, что ли, не пойму? Да, походу дела я тут в самом начале. Уклонялся, нихуя не получилось. Давай, ребят, вылезайте, блядь, в вашу мать. Инвалиды сраные. Красивая палка, жалко ее выбрасывать, но толку от нее, конечно, так себе. Неплохая пиздюлина такая, сочная. По крайней мере, на вид. Давайте сохранимся. То что-то мне как-то тут... Мне начинают сомнения вызывать, что я вообще пройду этот уровень за один раз, блядь. Вообще не понимаю, что здесь дальше делать. Так. Вот здесь где-то ловушка, блядь.
О. Бля, опять этот хуй. У него что-то жизни много, не? Дружище. Видишь, как я умею с жопой? Раз, 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 раз. Блять, а. Вот, сука. Пойдется пить что-нибудь. Как бьется этот удар ебучий, а? Блять, она вообще никаких суперударов делать не хочет. Бей ты уже его, блять, выпей бутылку, ты уж что-то мне это уже выебывать начинает. Что-то ничего не выходит. Давай полную выпьем, по хуям, блять. Теперь можно сюда пойти наверх. А здесь что, блять? Она не бьет вообще этот удар никоим раком, блять. Пиздец. Ну как долго восстанавливать? Я хуею. Как-то так, не знаю. Нет, сюда я падать не хочу. Что-то чем дальше я уйду, тем больше и больше я не понимаю, блять, куда мне дальше идти. Давайте сохранимся. Что ли кто-то есть? Бля, вот ненавижу я такие лабиринты. Это просто тупик. И это просто тупик. Хотя не просто. Она мне не нужна, эта штука, она у меня есть. Лучше бы здесь полная жизнь какая-нибудь лежала, а не это. Так, что же мне сделать-то дальше? Где тут вообще начало-то? Вот отсюда я пришел, вот эти два пидораса.
дополнительные трещины. Но ничего не открывается. Ну что-то здесь должно быть, кроме этой бутылки, блин. Блять, рычит, блять. Чё, никакой еды нет, блять. Я охуеваю, нах. Так, тут везде все пусто. И тут пусто. Блять, а что ж мне делать? Стал быть, кот сюда идти. Варф медиум армор. 150, она мне не нужна. Рычит, блять, вот меня это бесит, блять. Рычат, шипят, что-то нахуй. Спасибо. Очень приятно. Пустой ящик. Лучник, сука. Бутылочку бери. Мне это надо взять. Хуй его знает, что это? Ну это то, зачем я сюда пришел или как? Перч, что? А, ну понятно. Да тут быстрее, тут лучники нахуй, блять. А, тут еще и такой мудак. С бутылкой на 1000, ну что ее пить? Да не буду я пока ее пить. Блять, вон он, гандон. Сколько у тебя жизни, а? Неизвестно ведь. А, здесь я был. Это вот что, пьедестал? Что мне с ним делать-то? Зачем это надо сделать было? Что это мне даст? Что это за двери открылись? Там какой-то хуй, блядь, пришел. А, вот они, эти двери.
А где же хуйло это, которое пришло? Аквамарин Кеми, мне его брать? This is Velia. Виля. The blue gem, the deep aquamarine, guardian of the tomb of the sword, mounted over signs of the snail and the trident, ancient coat of arms of the fishermen of the Silver Nile. Так. Начинается. А, так это вот этот Муди. Я специально для тебя, мужик, палочку подобрал, ёб твою мать. Мордоворот. О-о-о! Ты чё ты так ускорился, дружище? А чё она не бьёт суперудар, сука ебаная, а? Меня бесит он просто иногда. Когда бьёт, то не попадает. О, блядь, как надо, нахуй. От палки этот мудака хорошо отхватывает. Все? Ну, извините, мужики, если кому пиздюлей не дал, в следующий раз как-нибудь. Куда мне дальше-то? Храниться бы надо. А вот тут проход, да? Блять, а? Не-не-не, мужик, стой. Ага, да ох, как хуя, блядь. Блять, он все еще живой. Вот пидорас, а. Ну, блять, уровень медленно теперь поднимается от 18-го л... Так, а тут чего? Где он был? А, ну тут только мясо от него осталось, видимо. Водку всю выпил, пиво тоже. Вот пидорас мне ничего не оставил. Ну да, выходит, делал все. Так, ну чё? Конец уровня. Ну что, довольно быстро. Ну, уровень очень запутанный, блять. Мне кажется, такое ощущение, что я полуровня не обошел, нахуй. Anticipating the enemy's plans, you have succeeded in liberating Velia, blue gem, set under the sign of the snail and the trident, ancient coat of arms of the fishermen of the Sea of Vinaya. Так, здесь сейчас понимаете, в чем дело? На следующем уровне я уже должен брать меч. Вот это вот крутое супероружие, но у меня нет одной руны. И если я как бы не... у меня не будет рун, то этим мечом пользоваться плохо, ну как бы не смогу. Но он мне не предоставляет выбора, например, сходить куда-то еще. Сходить вот в этот Temple of Alpha Room и забрать там руну. Я не могу выбрать. Ну не знаю, что тогда остается. Только выбирать. Temple of Iana, идти туда. Странно, мне казалось, что можно руны подобрать. Если, блядь, их подобрать нельзя, это очень хуёво. Я, наверное, эту игру тогда не пройду. Без этого меча, без суперудара, который он предоставляет.
Crossing mountains and steppes, jungles and deserts, you shall reach a secret valley where a large river runs. Close to its bank there is a temple. Only the chosen ones shall find it. For when Ayana cast her spell to expel the gods from the earth, she wanted to save her temple from desecration. So she used magic spells to conceal it from view. Now you are in Ayana's favor. Perhaps you shall be her chosen one and prove worthy to take up the sword. Ну, в общем, мне предлагают, короче, идти брать этот меч. Конечно, хуй мне, кто его отдаст просто так, блядь. Сейчас я его брать не пойду, это однозначно, нахуй. Блядь. Да. В общем, будем брать его в следующий раз, да и вообще посмотрим, что дальше делать, потому что... Проблема в том, что... Без последней руны мне делать-то тут нечего. Вот, поэтому, как бы... Если мне не предложат за руны куда-нибудь сходить, даже не знаю, что я буду делать. Ладно, надо заканчивать. Спасибо всем, кто смотрел это видео, кто смотрит это прохождение. Если есть желание что-то в комментариях написать, то напишите. Спасибо всем за просмотр, всем хорошего вечера. Выполняйте, пожалуйста, законные требования сотрудников полиции.